Так, заход номер два. 17 июня 2019 год, Харьков, 0 часов 16 минут по Киеву. Сатурн. Проплывает. Чудесно. Упс. Давай еще раз. Да, по-моему, самое хорошее качество в этом году при съемках Сатурна. Сейчас еще Юпитер поснимаю с полной луной. Погодка нам благоволит, и ветер утих, и облака разошлись. Миллион, да, отставит, миллиард 360 миллионов километров до Сатурна. А до Юпитера, на который сейчас будем пытаться наводиться, 641 миллион километров. Ближе всего он подходил 10 июня к Земле, 640 миллионов километров. Но посмотрите только, какая красота, как близко Юпитер с полной луной. Ладно, начнем с Юпитера. По крайней мере, попытаемся. Вот. Прям даже практически с первого раза. Да, Европа сейчас аккурат за Юпитером, спутник Европа. Еще часа полтора назад я его снимал, было его чуть-чуть видно. А сейчас в нашем распоряжении для обозрения только Ио, ближе всего сейчас к Юпитеру. Потом идет Ганимед, и вон слева часть экрана еле-еле мерцает Каллисто. Как-то совершенно бледненько, но мерцает. Чудо враждебной техники, Nikon Coolpix P900, 83 крата оптическое увеличение, плюс еще 4-кратное цифровое увеличение. Ну, понятно, конечно, что это не та же кратность, как в оптике стандартная, это всего лишь, по-моему, отношение. Оп. Матрицы, размеры, в общем, не буду я. Не та кратность стоит бинокль, вот и все. Поэтому такой такого же увеличения, как на телескопе, такой четкости изображения не получается. Так, это у нас будет луна. Будет, будет, не может такого, чтобы не было. Уж на чем, но на Луне-то мы сфокусироваться сможем. Да еще на такой. Триста шестьдесят тысяч километров до нашей красавицы Луны.
Ой, прекрасное зрелище. Просто прекрасно. Моря, лунные моря, никогда не видевшие воды. Хотя, может, когда-то и видевшие, но... То есть луна-то, может, и видела. Астероиды-то точно воду на нее заносили. Но морями это точно не было. Аристарх, по-моему, этот кратер называется, белый вот этот. Если я ничего не путаю. Воды. Может, сейчас еще одну попытку сделаем поснимать. Вот красавица. 17 июня 2019 год. Харьков. 0 часов 22 минуты по Киеву. Полнолуние, Юпитер на сближение с Луной.